Всех приветствую. Я бы хотел, чтобы вы все прониклись и поняли, насколько тяжело и сложно сейчас нашим бойцам, раненым, которые находятся в исключительно ужаснейших условиях, условиях полной антисанитарии. У бойцов нет антисептиков, у бойцов нет бинтов, нет даже зеленки с йодом. Уже просто все на остатках, там дезинфицируют спиртом, у раны у ребят гниют. Это все максимально просто печально. Нужна действительно квалифицированная медицинская помощь, людей нужно вывести в медучреждения и клиники. И я надеюсь, что мировое сообщество наконец-то встрепенется и заберет наших 300-х героев, наших раненых бойцов, которые заслуживает на то, чтобы им оказали все-таки достойную медицинскую помощь.